Всем привет, мы с вами находимся в сарае. Я работала на эту женщину, она идет на пенсию. Это она же является моей соседкой. Сейчас я вам покажу, что тут в меню. Такие сухарики, овощи. Ренч. Что там? А ну. Это мясо, но оно какое-то странное. Ну, возьми кусочек. Наверное, другую тарелку надо. А, да-да-да. А ну, положи, я попробую. Что, говядина? Ты себе возьми. Ну, я не хочу. Я уже мясо ела из дома. Надо где-то положить туда. Я хочу снеки. Я тоже. Короче, был такой кусочек большого мяса. Roast beef. Хлебушек. Руки заняты. Я сейчас еще снака возьму. Не говорите никому, я розочку взяла. Это я здесь второй раз. Первый раз была на свадьбе. Короче, я вам уже рассказывала, у нее бизнес, она делает свадьбы. И в тарелку можно в чашку взять. О, так там дипы, лучше тарелку взять. Yeah, дип, дипс. Тут конфетки. Как это? M&M's. Это хлопья. Печеньки. Такие. Это что, халапеньо ренч, чуть-чуть, это кренбери халапеньо дип. И смоки бейкон томейто, ничего себе. Так, вот это самые классные такие, это как пита хлебушек. Это, кстати, первая женщина, которой я работала. Я сейчас вам скажу. Вышла замуж за своего мужа. Заезжаем мы в наш городок рано утром. Еле-еле доперли всю ночь, ехали. И он говорит, если будет скучно, познакомься с моей соседкой Телмой и работай у нее. Стив the boss. Стив — это ее муж. Вот подарки. О, oh, вау! Wow. We love you! Смотрите, дерево с долларом, надо сфоткать. Посмотрите на эту парочку. Вот она сейчас седая уже, и муж ее тот лысоватый. Хорошая. Женщина, соседка. Дети много помогали с ней. Друзья. О, Марла, подружка. Отдыхали они с друзьями. Там бар. Можно заказать алкогольное. Но алкогольное заказывать не будем, так как нам еще сегодня на работу. Так, наверное, надо взять вилочку. А. Возьму вилочку. Здесь, в этом барне, проходят свадьбы. Барн, так и называется, сарай. Бесис.
или фамилия Бесси, или зовут Бесси. Тут проходят свадьбы. Лена, что тут красивое, так это люстра-то. Видишь люстры? О! Я хотела мой напиток там. Тебе можно наверх? А, точно. Давай поедим, сходим. Можно будет потом еще сверху снять видео. Я выглядит девчонка с темными волосами. Она сказала, она просто устала краситься. Chilling lady. О, слушай, Джо нету. Где Джо? You think he left? Он ее не любит, он не пришел. Какой? Подожди, а где книжка? Так, тут можно подписаться. Адрес надо? И она будет посылать спасибо карточку. А, надо написать твое имя и твой адрес. Вот такая вот книжечка. Люди пишут свой адрес. Гостевая книга. Это retirement party. Стив и Телма, а я писала только Телма. Ты сказала все? I thought it's only Telma, and I just wrote Telma. Но они вместе работали. Он, знаешь, какой-то бэкграунд. Поднимемся сейчас наверх, посмотрим. О, тут с двух сторон ступеньки. Тут наверху тоже могут гости сидеть. Вид с балкона такой. Огоньки. С огоньками красиво. Да. Люстра. Люстра. Что тут новое? Это, наверное, люстра. А, тут три люстры. Сарай с сараем. Посмотри на потолок, Лена. Тут только этих стоило не хватает для... Они только сделали красиво, что лайт повешали. Лена, вот так надо бизнес делать. И очередь стоит целый год. Ну, тут такой стиль, он, знаешь, будет непроигрышный. О, а здесь будет оно постоянно. Потому что люди... Это стиль такой. Оно подходит. Да? И фоткаться, лайк. Место здесь фоткаться здесь. Там сладкое ставить. А ну этот... Слушай, они ж... Да, слушай, они ж когда-то пекли целую свинью, Лен. Когда-то она сказала, заказали целую свинью. Вау. Да. Она пекла ее, да? Да. Значит, она выглядит красиво. С макияжем. Посмотрите на этот женский туалет. Это бумага туалетная. Вы подумайте, что за сарай? Нет, это такая мода. Это такая мода. Вот, смотрите. Крючок такой. Ну, написано, что барн, сарай. И на трубах туалетная бумага. И баночка вместо... люстры. Где вы еще такое видите? Только в Америке. Банки просто покрашенные снутри, прикрученные крышки. Мыльницы такие, помните, для мыла? Смотрите. Все чисто почти. Стиль такой. Площадка для детей. Такие хорошие люди. Ну, хорошие. С ними никак не распрощаешься. Уже моя сестра меня ждет в машине. Вон какая старая машинка. Украшают ее тоже на праздники. И там старинное все. Поехали, надо сейчас детей сестры забрать. И вот такое-то здание снаружи. Ну, конечно, мы сзади вот там со ступенек.
А где ты будешь разворачиваться? Там нет. Вот там надо было заехать. А тут вот эта комнатка, по-моему, жених с невестой здесь готовятся, да? Угу. А там у них озеро есть, ты не знаешь? Мне кажется, нет. Нет? Красиво, когда озеро есть. И вот этот дом переделали, они как красиво. Они его закончили? Уже почти, шагай, как классно. Балкон сделали. Так это жилой дом, да? Балкона или будет? Не было. Здесь они хотели, чтобы люди жили. А как очень это сдавать? В аренду? Ну, он хотел жить с женой. Это дядька. А-а-а. Один тест в Сент-Эрвилле. Но не все. Он здесь заканчивает. Он старый был дом, он уже стоял. Просто все переделали. Вот видишь? Ага. Видишь, все выбрасывает. I think it's getting new windows. Очень красиво. Bessie's barn. Все, поехали дальше в другой город. Вы ставите Walmart или забирайте их сразу? Да, ну. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. И до новых встреч. Вот вам айовские поля.